Всем привет! Сегодня Приправа Клуб готовит салат с морской капустой. С чего начинаем? Итак, морковь и яйца отправляем вариться. Соленые огурцы нарезаем соломкой. Нарезанные огурцы отправляем в салатник. Туда же можно отправить и капусту. Луковицу разрезаем на половины и нарезаем полукольцами. Максимально тонко, как у вас это получится. Очищенное яйцо натираем на терке для корейской моркови. Мелко нарезаем зелень. Это может быть укроп, петрушка, базилик. Все, что вам по душе. Я взяла петрушку. Отваренную морковку охлаждаем и очищаем. И теперь будем натирать на терочке для корейской моркови. Для приготовления заправки отрезаем треть лимона. Выжимаем сок. Добавляем масло. Немного черного молотого перца. Морскую соль и хорошенечко размешиваем. Заправляем салат заправкой и перемешиваем. Подавать можно в порционных тарелках или салатниках. Салат готов, остается украсить его веточкой зелени и пожелать вам приятного аппетита.